Сотрудники полиции выявили мигрантов, которые осуществляли трудовую деятельность на территории округа без разрешительных документов. На иностранных граждан наложены административные штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей. 5-6 июля сотрудниками отдела по вопросам миграции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу была проведена проверка иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в частном жилом секторе. Всего было проверено 8 иностранных граждан. По результатам проверки 3 иностранных гражданина Таджикистана, были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 Кодекса административных правонарушений. Это осуществление трудовой деятельности без патентов. За подобное нарушение иностранным гражданам полагается штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении сокращается время пребывания в России, а затем въезд в страну для них закрывается. Также административные протоколы были составлены в отношении работодателей за привлечение иностранных граждан без патентов к трудовой деятельности.